Всем привет, друзья! 30 января. Мы на канале «Породные куры в Оренбурге». Меня зовут Вадим. Вот сегодняшний такой малоприятный обзор. Мы его ведем вот от русской хохлаты. Окраситец. Значит, в предыдущем видео я говорил, курочка одна ударилась, испугалась кота и треснулась вон там, он в районе трапа. Ну и вот. У нас потери, короче. Ну, я так и предполагал, что с нее толку не будет. Правильнее было бы ее сразу зарубить, да и все. Ну, я ей дал шанс выжить. Она им не воспользовалась. Короче, вчера пришел, она готовая. Вот. Такие дела. Остался вот петушок. Ну, того я белого в счет не считаю. Он просто пока тут ходит. Тот петушок тоже еще толком не работает. Только приглядывается к девкам. Боится еще их. Молодой. Ну, бестолковый какой-то. И вот три курочки. Как у меня один знакомый говорил, не водятся у меня штаны. Так вот у меня русская хохлата чуть не водится, блин. Вот, ну. Ладно. Царскосельскую он с одной курицы развел. Так что он мечется этот. Бульдозер у него погонял, как трактор сминает девок. Вот. Вот такие дела. Девки эти несутся. В общем-то, если петух будет толковый, заработает, то от трех смело можно насобирать яйца. Несутся они сейчас, в общем, даже очень даже хорошо. Поэтому я считаю, это вообще не проблема. Вот. Вот та была, которая пала на вот эту похожую. Видно, от нее дочка. Рязанская крякнула, короче. Дом у реки яйцо брал. Вот. Всяко бывает, видите. Напугалась кота. Чего он ей помешал? Хотя он тут так постоянно и лазит. Очищает территорию от грызунов. Потому что везде зерна валяются, грызуны. Вот она хочет уже меня обойти и тянестись. Я ее понял. Гнездо за мной, за спиной. Вот. Значит, осталась вот эта вот курочка, выведенная из яйца от моих кур, которые я с Тверской области привозил изначально. Вот эту вот я молотку покупал у Алексея, канал «Пернатый дозор». Он брал яйцо в Волгограде. Но это вот теперь вот молотка. Этим уже второй год. Это вот молотка. В конце июня год только будет. Выведена из-под них, вот из-под. Да и эти тоже петушки. Короче, вот такая картина. Три курочки и петушок. Того, когда рука поднимется, уберу отсюда. Пока не могу что-то. Вот. Ну, эти тут ломятся. Покажу, давайте уже и их. Да, Петька. Иди, иди. Вот они. Вот они. Вот они. Вот как бульдозер. Да. Что интересно. Поэтому пока не убираю второго петуха, они не мешают друг другу. Если один взялся, второй наблюдает. Потом тот берется. Короче, помеху не создают пока. Вот, а такая красота. Вчера вот было у них 5 яиц, 8 курочек. 8 курочек. Ох ты, чего ты меня клюешь? Вот он. Чего? 8 курочек. Вот эти вот светлые еще не несутся. Значит, 6. И одна
Под вопросом вот это вот тоже, вот с загнутым носом одна такая. Она тоже, по-моему, еще не несется. Короче, те, которые несутся, походу, все выдали. Вот. А это вот светлая мочка, ну пока не убираю. Пока не убираю. Скандалов нет. Помехи не создают. Поэтому пока живут все вместе. Да, Петька? Вот они. Вот она, вот она. Хочет клюнуть меня за руку. Шкодницы. Вот, убрался утро. Накормил, убрался. Хотел не говорить, что крякнул это хохлатый, но мне пишут комментарии. Как там курочка, как там курочка? Никак курочка уже. Вот пошла уже. Вот она пошла. Тьфу-тьфу-тьфу. Они сейчас у меня как в любимчиках. В любимчиках. И спокойные, и несутся, и красивые. Видите? Видите, какие? Красотень какая. Вот какой петушок. Вот какой петушок. Вот какой. Кто-то мне написал, как на Дирхайнера. Да. У меня, который первый петух был, или второй, там, ну, давно, тот был вылитый нидерхайнер. Спутать можно было. И осанка вся, и расцветка. То яйцо я покупал в Тверской области, город Кашин. Вот. Вот с одной курицы все развел. Вот так. Ну все, этот я и про них и не планировал показать, ну просто. Как их не показать, да? Цветы. Вот. Все, всем хорошего дня. До новых встреч. Пока-пока.